Maxell MW3801 – это небольшая мультиварка с возможностью разогрева блюд и функцией отложенного старта. Составными элементами корпуса выступают белый и бежевый пластик. Чаша с антипригарным покрытием съемная, общий объем 3 литра. Панель управления оснащена дисплеем, на котором помимо информации отображаются часы. В устройстве предустановлено 9 программ. В режимах бульон, суп, приготовление на пару и тушение время приготовления можно изменять. Для разогрева холодной пищи предусмотрен отдельный режим. Функция отложенного старта позволяет отсрочить начало работы до 24 часов. После окончания приготовления устройство переходит в режим поддержания тепла. Удобное расположение панели управления и наличие необходимых функций делают модель практичной в использовании.